чем хорошо пахать электрокультиватором с частотником, это под каждую свою работу можно настроить, ну, такую оптимальную скорость вращения выходных валов. Например, мне удобно вперед идти, пахать на частоте на моторе 50 Гц. Назад такая скорость великовата, мне удобнее идти на частоте 35 Гц. Ставишь эти значения на крайние положения, и тебе только ручка вправо, ручка влево, все. Зад вперед. Надо будет большие скорости, можно либо настроить на большие и так оставлять. В общем, удобно. Если у кого-то будет частотник, сразу поймет мои радости. Как-то так. Да. Грузные корни не хочет поднимать даже. Упирается в них. Попробуем поменьше. Банально выковыриваешь эти корни, рвешь вместе с комами земли. Вот она, корневая система кукурузная. Ну, вырывает ее, вырывает. Не разбивает, но вырывает. Подсохнет, я все равно буду выворачивать еще. А может, по весне буду выворачивать фрезами. Но сейчас, блин, вырываем корни плугом. Это один рядок такой, самый боевой, где они стоят в рядок, эти все корни. Их надо выворачивать постоянно. А дальше уже идет вот корешок, приходится выворачивать его такой. А дальше уже идет, пойдем за корешками. Ладно, сейчас этот ряд пробьемся, не спорю, что это не пахота, а пробивание. Пробьемся этот ряд и дальше будем работать спокойно. Ну вот такая пахота по кукурузнику малята. Конечно, это ошибка. Надо удалять кукурузные корни. Это не дело такое, оставлять их в земле, чтобы потом их не выворачивать плугом. Ну вот, опыт приобретается постепенно. Походу он мне здесь большой вал, который на старте редуктора, он немножко его даже погнул, привод цепной, потому что стал цеплять задний диск, шкив вернее, стал цеплять за корпус. Теперь скрипит. Не страшно, конечно, но забавно. Забавно.